Михаил Жигалов родился в городе Куйбышеве, нынешнее Самара, 2 мая 1942 года, куда была эвакуирована мать Михаила Васильевича во время Великой Отечественной войны. Отец Михаила Васильевича с 1938 года работал в органах госбезопасности. Был призван по комсомольскому набору. Из эвакуации семья Жигаловых вернулась в Москву. По окончании войны отец Михаила был направлен на работу в Чехословакию. Через 3 года Жигаловы вновь вернулись в Москву, где Михаил Васильевич попытался поступить в институт. Первая попытка не обернулась успехом, и он год проработал на заводе. Был секретарем комсомольской организации цеха. На следующий год ему удалось поступить в Московский институт химического машиностроения. Во время учебы в институте женился. В 1965 году Жигалов окончил институт. По распределению попал в НИИ, в лабораторию теории фильтрации. Карьера начала складываться успешно, но когда появилась возможность на 10 месяцев поехать в Англию, чтобы вернуться оттуда с готовой диссертацией, Михаил Васильевич отказался от этой возможности и уволился. Его привлекла карьера актера, а вскоре и молодые супруги развелись. В 1970 году Жигалов окончил драматическую студию при Центральном детском театре, где актер проработал до 1978 года, после чего ушел в «Современник», где сделал основные свои театральные роли.